Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Сегодня у нас с вами вот такой вот набор из свитера фирмы Клевер. Ограничение возраста 10+. Почему такое большое ограничение, мы сейчас посмотрим. Итак, посмотрим, что на коробке. В коробке сделаем и покажем результат, потом скажу вам свое мнение. Итак, цветы из свитера мы должны получить вот такие вот гортензии. При этом мы получаем 2 в одном. Мы получаем резиночку для волос и брошку. Размер резинки 10 на 8, размер брошки 4,5 на 4,5. Из фетра. Здесь еще есть, что продается в данном наборе, что можно купить. Это разные цветочки, ромашки, хризантемы. Ну, давайте посмотрим, что находится внутри. Открываем коробочку. Коробочки. У нас 2 пакетика. В одном пакетике, наверное, все, что надо для броши, а в другом то, что надо для резиночки. То есть, вот, резиночка. На этом канале минимум раз в неделю выходит видео по открытию наборов и мастер-классов с разными техниками и материалами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Делитесь со своими работами в комментариях, а также видео с друзьями. Открываем пакетик, который связан у нас с резиночкой для волос. Есть инструкция. Черно-белая, небольшая, маленькая. Есть выкройка на 2 вот таких вот листочках. Есть комплектовщица. Есть набор фетра, состоящий из розового, зеленого, фиолетового, голубого цветов. И маленький пакетик, внутри которого находится непосредственно сама резиночка зеленого цвета. Причем это не бесшовная резинка, это обыкновенная резинка. Ну, я сейчас могу сказать, что для трусов, но не для трусов, а она вот просто отрез, 10 сантиметров. Бусинки и на шпульке намотаны вот такие вот ниточки. Намотаны они в разнобой. Здесь голубая, розовая нитки. Вот. Давайте посмотрим, что написано по инструкции. По инструкции написано: сделайте, разрежьте выкройку, перенесите, разрежьте выкройку, перенесите выкройку на цветочки. И согласно инструкции сшейте цветочки и закрепите это все на резинке. Ну, это я говорю по картинкам, которые я вижу. Давайте приступим к этому процессу. В конце видео вы увидите, что получилось в итоге. И мое мнение о наборе. Наверное, вот такая брошка. Это будет часть 2 о том, как она делается. Потому что здесь деталей больше, и это я, скорее всего, представлю процесс изготовления данной брошки во втором видео. Итак, поехали! Thank you.
Итак, вот такая вот заколочка, резиночка для волос у нас получилась. Она довольно-таки милая, нежная. Остались на самом деле выкройки, они немножко помяты у меня после использования, но в принципе они существуют. И если хотите, вы можете сделать такие гортензии там любых других цветов, белых, розовых, зеленых, серо-бурмалиновых, крапинку. Что могу еще сказать? Помимо того, что было в наборе, у меня осталось 4 бусинки. Понадобилось шило, чтобы протыкать фетр для резинки, клей, чтобы сделать у резинки острый край, и иголка, которой в комплекте не было. Я думаю, она есть у каждой. Так, сшивается довольно-таки просто. После, если первый цветок у меня был довольно-таки корявый защип, маленький вот этот, то в конце я набила руку, и они получались быстро и не разлетались в разные стороны. Вот как поведет себя вот этот вот узел, который наверху, я не знаю, но сейчас я его еще тоже зацеплю клеем момент кристалл, просто для успокоения души, чтобы было покрепче в моем понимании. Вот. Вот, как-то так. Следующая, вторая часть. Не забудьте посмотреть, там, где я буду делать вот такую вот брошку из этого же набора. Вот для него материалы в пакетике. А пока вот ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своим творчеством и будьте счастливы. До новых встреч!